Какой вопрос? Насчет того, что это СДВ статика. Почему мы Ну что, идем на профа. Попробуем жрать. Ничего страшного. А у меня такая бкшная бутылка, и бкшная пил, думал, мы будем это, ну, как обычно. Ну, 4 босса с сепротом. Блять, кто не боится, что сдохнет, может не пить сапрот. Только если вы сдохнете из-за отсутствия сапрота, вам будет начислен ГП, все просто. Кран активируйте правый. Здорово. Спасибо. Да, Фисяо, тебе нужен танк. Фисяш, я же тебе говорил. На профу точно. Синдру точно. На лане можно тоже в танке делать. Нокаут это вот. По большому счету танка шмот сыграет уже. И фрост шмот. Вообще для ДК можно и даже без фрост шмота. Ну, кстати, да. Кашки пофигу. ДКшник по откату антимагического панциря. Без форшмота может выжить. Всем 4. Там проще на коне ездить. За 4 дыхания. Ну, коне это если у тебя шмот есть танковский и форшмот. Так нормальные пацаны делают на коне. Думаю, тебе не хватит всем дать. Надо жуков убить, бой висит. Попал бой. Так, Кирсон на замену, у него мышка сдохла. И кто пойдет чипсы? Да скорее всего надо чипсы в хила, а не амку в лема. То у нас с РДД проблемы. Им надо на минуту надо отойти. А как с хила? На минуту можно. Кирс, что за хуйня? Играешь без проводной мышки, блять, и батареек нет, пацаны. Надо коврик тебе покупать, который сам заряжает мышку. Вольф, все то же самое. Считаю, что в обычке только. Перефазы, два слизня. Две вот эти майки, соответственно. Для тех, кто будет в перефазе. Красный слизень не стартует с креста. Те, на ком зеленый слизень, они в угол забивают. Всё. Я не помню,
Хэнк, ты не сложно в реалиях опять вообще ни разу. Сяо, напиши там чипсы. Хрен мне вот опять дискорде. Сегодняшний шами. Кашится. Пускай делает. Опять першаму идет в. Ну а капитан, можно пить? Хорошо, все курим. 2 минуты ровно. Смотри, красного проебешь или зеленого будет вайп. Вайп 250 же, да? И все, ездишь. Хочу чипсы, ты хиле. Ну, они сначала зеленый выходят, ты на него нажимаешь, плюешь. Потом мы убиваем зеленого, потом появляется после него красный. На красном тоже плюешь. После переходки там, когда, ну, типа мы разбегаемся по меткам, мы убиваем, ты прижимаешь СШМ, мы уже убиваем просто. Я тут, спасибо. Еще раз рычу на АФК. Ну, во время переходки он в красный плюет. Во время переходки красный должен быть обязательно замедлен. Зеленого, в принципе, похуй. Ребятки, поставьте кто-нибудь шаманов от сопротивления, нам пригодится. Ты решил в танке, типа, да? Объясните ему, потому что, судя по вопросам, он вообще не шарит, что тут делать. Ты залезаешь в обома, у тебя есть виде удара, пить лужи. И плевка. Слушай, если ты в чушке в 10 гир был, все то же самое. Все в один в один. На перифазе твоя задача замедлять красного слизи. Приоритетно. Зеленого можно не замедлять. Мне тогда в ДД спикать? Да, ты в ДД.
Значит, Локи перед третьей фазой СС на Вадим Паладин и СС на Вульсера. С них будет диван по танку. Я Люцку даю, да? Диван? Да, Луциню. Бафы обновляйте, рыбу поставьте, у кого есть. Видимо, ни у кого монет есть. Повторные ручи на бафы пул. Ну, максимум здесь сделаем 3 пула. Если будут вайпы, стадии будешь делать в обычке. Неистовство сними танк, который в ретрика спякнулся. Я уже знаю. Вульф, смотри на других хилов, ничего сложного здесь нету. Пока перефазы нету, видишь, вар мэп. Зеленый кемп находится, грубо говоря, здесь. Сюда все сбегаются под зеленого. Отлетать в центр, если кто еще не в курсе. В пул по отсчету. Хода не забывайте на чешку кидать. Все сопроты бьют. Пациенты есть, Войт? Стопните. Стопнули. Тут эти профы. Идите к зеленому. Велики все играют, всем слизням, ПДД мало. Кто будет долго висеть под босс, я там после стрима ГП начислю. Так, может, они через босса будут водить просто? Зеленый. Мне когда жать эту кнопку? Энджи, подними броню. Вага. Кнопку тебе надо жать под конец ближе второй 30, фазы. Ближе 35%. Сможете помочь, пожалуйста? Вставалка, есть чипс? Пожалуйста, вкуснее. Диван замените на Люцке. У чипсов вставалка есть? Я поражать час, в принципе, могу. Раздайте БР. Вадиму, да. Огромный. Стою, захильте, захильте. Пей быстрее. От зеленого бежим.
Да, я понял, вайпиться можно. Значит, вот эти все ребята в виде адванса Вадима, которые стоят стабильно, не с рейдом, чтобы славить зеленого следня, вы получаете первую порцию ГП. Падаем, стоп хил. Меня креснули, только меня цель выбрал. Когда вот уже зеленый слизень появляется, миликов, блядь, под боссом вообще не должно быть. Они, блядь, должны прибежать в РДД-зону, если кто из миликов не знает. И стоять ждать до сих пор. Что, броня? Вага, если что, я готовый. Кто нажал нет? Ты нажимал нет? Не заметил? Короче, я предлагаю следующее. Ну, вы как хотите, решайте, но я бы делал квесты в обычке ему. И это раз. А второй вопрос. Что за спешка? Зачем ему квест? И, ну, спешки, я думаю, не должно быть никакой. Мы в Гере находимся. Давайте, может быть, будем проходить инст, пройдем СЛК и пойдем РСК убьем. У нас есть на это время. Это я предлагаю так. А вы, ну, я уже не знаю. Нету. Что за мотивация? Время есть. Да до хрена времени. Давай, короче, крайний пул делай. На этом дело не в квесте, сейчас с Абумой было все прекрасно. Просто, ну, блять, ну, да. Я его не хочу ругаться, просто наши отдельные люди отлетали кто. Дело в том, что там, когда зеленые быстро бегают, ну, посложнее. Там не зеленые, там они летали, то к столу эти зеленые, то есть все куда-то. Ты видел просто, ну, куда люди отлетают? Там таргет, потому что выбирает таргет, он, блядь, не в танке стоял. Он, люди не там стоят, поэтому таргет не так выбирает. Лаврей правильно сказал, дело не в чушке. Ну вот мне, блядь, отлететь правильно, если, блядь, вот квадратик еще в другую сторону бежит. Вот стойте в квадратике и в звезде РД. В квадратике милики со звездой бег... это, милики... Наоборот. РДД со звездой бегают, все. Кирс, заходи на мага. Кто там будет? Любой милик, который хочет послакать. Плюс чат. Кто-то Бутапеш, например. Не, не надо ДПСера топового менять. Ты че? Лояльный замен. Фантазируй его. Я это кто? О, один блондин. Это диван. Тебе надо... Неважно, у нас есть... У Враски, КД на диван. Есть Вульф, все нормально. Всегда отдается холипал в первую очередь, не придумывайте. Кирс, заходи на мага. ТПшнитесь, я там просто у профа уже стою. Я и назначали на диван. Нет, все нормально, Враска, все нормально. Я не нападаю, ты чего? Локи, у кого нету КД на СС? Есть у кого не джип, спрашивают? Даркес. Перед третьей фазой даешь СС на Вульфсара. Спасибо. Сантей, ты перед третьей фазой дашь на Враску. Подземелье заполнено. Должно быть свободно. Все. Уже. Еще раз рычи на бафы пул. Что там МТ? Какой танк? Луцинь, мейн танк. Пул по отсчету. У меня КД типа 7 минут. С че? Отличные новости, народ! Я усовершенствовал сам чумы, которые уничтожит весь Азерот! Дай, пожалуйста, точнее. Стопнули. Без замедла, что ли? Ну вот об этом говорит. Все нормально, ребят, да. В курсе, да, куда с зеленым дебафом идем?
Тотемы переставьте, пожалуйста. Вот это подстава. Беги, беги. Десять тысяч хп. Хила поднимать. У кого БР есть? А, встал сам что ли? Три секунды. Слизнул. Нямка, ты чё? Да я от одного бежал. Понимаете? Раз. Оли пал. Может стопнем? 38%. Стоп, Эдя. Скоро тебе придет шинку. Он уже прожался. Все успевается, беги. Захилово. Переводи. К зеленому углу подходите быстрее. А то не добежите. Еще быстрее бегите. Потому, пожалуйста, перестань. Геро. Прыжимки отдаем за хил на фу. Вот так и веди по этой стороне. Пельмени не ловите. Вернулись обратно. Метку стали все. Там бежали в уши. Четыре. Вульф, диван полуценен. Так забери танк. Фисяо, забери босса. Оверхил Фисяо. Не проебите его. Забирай сразу после дивана луцин. Немножко сдвинь. Проведи дальше. Проводи. Еще дальше. Еще, 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 еще. Хватит. Сделал стадию. Беги, сдавай сразу быстрее. Кабаф не спал. Это не важно. Так как бы сделано и сделано. По-моему, важно на сервисе. Не знаю, ничего плотного. Да, пельмени главное. Нормально все. То, что сколько фаз зеленый без бегал, без плюс, блять, не плотно, да, ты считаешь? Ну, понимаешь, его били. Свичились и били. Это хорошо. В Т5 тут вообще проблем нет, если ты бьешь. Если ты хуй положишь на зеленого, то может твой поцарить. Редвар! Точно ту кнопку нажал, у тебя нету этого поиска? Да, да, ту.
Если кому-то надо, пускай они забирают. А там мгновенно хочет. Но у них как бы перевер выше, нет? Ну, типа того. Или он на успех по себе. Нет, мейн, мейн. На мейн пускай забирается. Как ты так ротвар без пояса оказался? Давайте только это. Так я же прутики, блядь, спекулся. Ради рейда, блядь, я себе поутал Т5 нахуй. А в итоге вообще должен был так просто забрать, блядь. Черная ночь и мгновенная. Киньте ролл в чат. Еще раз. Киньте ролл в чат. Нет, у них на офспек. И у них как бы ролл выше, чем у всех. Хорошо, уступаешь. Какой-то ОПГ, походу. Что это значит? Рольте эту хрень. Знаешь, что такое ОПГ? Организованная преступная группировка. Понятно тогда. Друидская. Друидская. Сантей, ты книжков? Сантей, сантехник. Ну-ка напомните ко мне, второй по агро или третий по агро получает укус? Третий. Второй. А нормально по тактике нажмет агро просто. Вообще-то второй. По-моему, как третий. Это второй? Это третий. Почему третий? Танк не должен вообще агро набирать. Второй по агро получает. Там прикол... Танк стоит просто... Делит зеркало, и все, ему да, может даже не бить босса. Он делит в дальнейшем, но фишка в том, что написано... Ну, босс рассчитан на два танка, то есть агро на двух танках. И знаю, третий по агро, он получает укус, именно укус. Фишка в том, чтобы с первого укуса, если ему начать, то получается, один танк набирает агро, второй таунтит, потом опять забирает МТ, а бьет только один, который делает квест. То есть остальные не бьют. И все. И тогда он стопудово получит укус. А так может получиться, что танк получит укус. И будет не очень хорошо. Если будет два человека в рекаунте, то второй получит укус. Короче, кто в танках? Как? Луцинь? Ты тоже с ним? Я с Луцинем, да? Сначала официально ты забираешь зеркало с танком. Потом ты, блядь... Кусаешь два раза или три. В танкошмоте будь. Я тебе скажу, что сделать. Будет бить только он, все будете остальные бить тогда, когда он словит укус. Мы сделаем случайно. Смотри, даже, значит. Если он, даже если он не первый укус ловит, все равно он квест. Сделаем сделает. Проще. Бежи сразу же с танком. Ловишь зеркало. Появился дебаф, отходишь. После этого. Ну, бьешь босса, ловишь первый укус. Соответственно, первый укус отдаёшь, точнее, второй укус отдаёшь Даркис. Третий укус даёшь уже по мне. Или Редвару. Короче, смотри, Луцинь, иди ко мне. И Фисяо, стань с нами тоже. Луцинь, я иду первый. И ты, после того, как выбери в цель Фисяо, если его тоже выберу, как только он словит эту парашу, он сразу отходит, вот квадратик на нем, и ты сразу же подходишь и бьет, просто... бьет только он, никто не бьет, рекаунт обнулил, все, чек. Ему, конечно, печально без голоса, потом не бей босса, просто встань за челиком, которого ты хочешь укусить. С пула, когда со мной бежишь, бей. Вообще там с голосом. Кирс, остальные никто не бьют, ни на пулов ничего не делайте, просто стойте, ждите. Ладно, Кирс, без рыбы убьем. Все, ну, Фисяо, побежали? Побежали, Фисяо. Даркис, аналогично. Подходи, Луцинь. Я предлагаю вообще никому не бить, пока он... Луцинь, нажимай таун. Кто словил укус? Фисяо, все дамажу. Все так и было задумано. Выйди оттуда-то, слышишь, Фисяо.
бегать за челиком, кусать. Любого из топор ТД кусай, да и все. Не сдохни в луже, самое главное. Как время подходишь, отдаешь укус Даркису. Все, дальше тут вообще папа убьется. Так главное, чтобы вам времени хватило на укус. Мы стопнем, если что. После Даркиса отдаешь укус. Либо Редвару, либо мне. Кого найдешь быстрее. 10 секунд. Я Даркиса найти не могу. А я могу Редвара укусить? Сай меня. Фокус на Редвара. А ты с Редфреймом играешь? Но это Хорош. Очень плохо. Да ты не проебешься, тебе еще двух людей осталось укусить. Ну не очкуй. Не сдохнуть еще, не сдохнуть. Это когда раноночку, когда кусать надо. Это когда в целом... Флут закончили. Килы. Приоритетно следите за Фисяу, чтобы не убить его. Короче, укусишь вагу 10 секунд, а я укушу Даркс. Окей. Сэвы своей нажми. Начинаем представление. Ну тут лучше не стань, где я поближе стоите. Тремор поставь, шаман не стоял. Чуть чипсы. Неизвестно. Сейчас сколько там у тебя времени? 10 секунд, кусаешь любого ДДшника. Абсолютно любого. Три секунды, все. Словил баф? Да. Все, убиваем. Бладласт. Вроде бы. Ну ты три тела укусил. 4 стака, правда, чаще было. Все есть. Быстрее добили. Пристань от страха. Сделал? Да. Скажу, хочу чипсы. Мы были в страхе, и в этот момент он умер просто, и все. Он ложе выносил, да? Да. И став просто нет. Просто лужу заранее надо захватывать, вообще. Там не спасет это. Один ход. Зор, я тебе больше скажу, там почти все были без указа, кто в топе находит. Честно говоря, такое ощущение было, как будто укусы после первых трех раздавались просто тем, кто поменьше. Вот получается, раздается укус третьему по огромному. Я просто видел на Адвансе укус и на Чехове укус. На Чехове я укусил, потому что на Даркиса мне надо было... Благо, после разлута. Ну это ладно. Слабни меня с Айзеком, я уже удал ранее. Пошли, захиливай. Я не стал там бегать между всеми, блядь, и укусил Чехов. А чем ты бежал, когда я там был? Вообще куда?
просто шмот есть вся, нет? Там не обязательно просто шмот. Просто это ХМ-ка. Обязательно. ХМ-ка лучше. На всякий случай хотя бы две шмотки лучше одеть. Ну, учитывая, что он ДК, но это магический панцирь, если на землю есть. Есть это все, конечно, но на всякий случай. Ай, купи, там копейки стоят, там по 500 голды, наверное, шмот. Да, купи себе хотя бы ботинки и пояс с рост-резистом, этого будет более чем достаточно. Пояс, по-моему, 500, а ботинки, по-моему, 300. Линканите, у кого есть форшмота. Вбей в поиске аукциона ледяной погибели. Чем вы ему кожу линкуете? Попросили. Так, на ДК логика где твоя? Попросили форшмот линкан. Милики, не подходите лучше. Тортик, смотри, мы люди не подходим. А, нет, подходим. Тоже все-таки сдох. Я говорил, ваша проблема. Да, никогда такого не было. Два танка, один забирать с вихрями, другой так держит. Ничего не надо забирать. Все, блядь, нет, бери тапки и бери пояс. Должно. Не знаю, почему так не танчик. Видел, все в одной куче заливается легко. Да проще кольцо поменять, оно статус, по-моему, меньше жрет. В смысле, погиб. Ну, кольцо хорошее. Я бы с этого кольца брать. Это что, сапоги больше статов дают? Ну, это логично. Типа я не помню, как она называет. Зелентовал, по-моему. Нормально, без щита появилось, еще убили даже местного копейки. Блять, сланы душа есть, я забыл, зайчик. У ДК не носит щит. Сланы душа есть. Вот это с этого штуки. Моба, вот с этого моба тоже, вот которым сейчас убились. Ёбаное все было. С принцов нету души сугубо потому, что они не могут, наверное, сделать, чтобы с одного принца сосать. Только поэтому, наверное, нету. Почему тогда ну, да, потому что там фиктивно три босс. Я не знаю почему. Сурка она тоже, потому что не могут сделать что-то. Сурка нету души, потому что его труп уносят, если никто знает там не слить. Че у нас там? Ты слева уводит, Луцин, справа. Ставьте шкаф, я пошел в клане за душу. Кирс. Гора с ХМ. Сколько стоит? 80. Тебе паладин первел пишет? Глорос Хэмки? Смотри, 80 плюс 20 за чего? Ну я уже интересовался насчет Глора. Мне уже писали поэтому. Я еще до РТ попросил, если никому не надо будет продать. Там смотри, чтобы знать, кто первее, в Дискорде появилась такая комната по продаже лута. Не знаю, сколько спрашивал, у нас, по-моему, еще ни разу не было такого, чтобы мы Байера на Лича или на Джахну брали. Не, на прошлом, когда брали. Не-не, вот там нормальный Байер, там ГМ Гильдия. Это кто говорит? Вот это мгновенно говорит, который еще говорил, да. А, я тебе выговор сделаю, не пиши говно в чате, никакой ни с кем не ругайся. Мы ж паладина брали кого-то на ком-то КД и еще кого-то. Ну, это и есть. Нормально, он бил с нами Лича, он ДПС нормально давал.
Так, в порталах у нас, значит, будут просто отец, Вульф. И я думаю, черная ночь. Хочу чипсы и мгновенное на рейде. Может, нямку в хила и... А, да. Давай, нямк, тоже похилишь. Будешь в портале летать, значит. Вульф, просто отец и нямка. Остальные хилы на рейде. Тут. Слышь, что эродружка, ну там совсем грустно. Можно чуть побыстрее, хотелось бы, чтобы на лича сопровод хватило. Вот, ничего не понял про чат. Чудо писал. Я говорю, ну, ни с кем не ругайся, да. Брашу никакую не пиши там в чат. Чего, нямка? Геймеры накиньте. Да я вроде никому не писал ничего. Вот, а ты про какой чат? Это самое, в итоге про Глору никому ничего не надо, да? Давай отчет. Танки пул. Жирно у тебя. Четыре подвесителя справа. Разгром справа. Полы два шамана летают, да? Да. Разгром. Разгром.
чё, ни хера не дохилить, да? Нормально. Ну да, посчитали самолет. Вот, можно вопрос, да? Какой там, с каким чатом, если ты по части прони, то в мою сторону была грубость первого человека. Да, вот этого я не хочу просто в гильчате. Ага, осколок. Я понимаю, но я там вообще был не при делах. Я спокойно переписывался, меня сразу обозвали шавкой, как думаешь, если тебе сразу будет вызывать ума? Не замечай просто на провокации. Вот, зачем ты это в рейде поднял? Вот надо тебе это... Не, просто сказал, что ПМ, если что. И по части Глора, ребята. Так что можно, да, Байера взять? Про Глору узнайте, если она в рейде не нужна, никому, может, Байер пойдет. Я просто и спрашиваю всего рейда, Глор кому-нибудь нужен в рейде или нет? Все, у нас два паладина, один танк, а другой хил. Не знаю, кому еще больше. Короче, Кирс, не проеби меня, я курю. А офспек только есть. Я сделал следовать. Не обратно, в Лема стыкаться. Лямка? На Синдро нет. Будь в хиле,